Всем привет, дамы и господа! С вами Надюфил, продолжаем прохождение нашей игрушки Cozy Grove. Погнали к просмотру! Ну что, давай вставай, мой юный скаут. Дорогие мои друзья, накануне у нас 88-й день пребывания нами на нашем призрачном острове. Ну что, давайте поможем нашим друзьям-призракам, а по традиции не забывайте оставлять комментарии и ставить лайки, мои дорогие друзья. Так, дружище, ты нам что принес? Нас ничего тут не интересует. Где там наш друг капитан? Что это ты хочешь такое? Что за карта у тебя там была? Так. Капитан. У меня почти получилось годное судно. Но похоже я снова маху дал. Как тогда при жизни. Старался все один сделать. Чтобы доделать эту работу, мне от моих друзей-призраков еще кое-что нужно. Для начала прочную мачту с парусом. Мачта должна быть из самого лучшего дерева. Парус, чтобы был скроен точно как в аптеке. Во-вторых, спасательный жилет, чтобы не потонуть ненароком в открытом море. И, конечно, компас. Уж не знаю, где ты его найдешь. Свой я давным-давно одному другу отдал. Удачи, салага. Ох, Муфель, Забудкой и Шарлотте. Понятно. Так, дружище Хмурфель. Где там наш ангеловизор? Так, древнего пепла надо 200. Сейчас соберем на изи. Простую шестеренку можно сделать одну. Но пока не будем. Так. Сейчас тут подсоберем быстренько. И пойдем наш древний пепел крошить. Так. Вот это мы убираем. Теперь сюда ставим. Где вот тут у нас? Вот. Жечь. О. В принципе, нормально. Все, шикарно. Теперь это обратно убираем. Как хорошо, что пепел. Пепел у меня есть. Это просто шикарно. Так, давай. Мастерим. Угу. Так, чинить мы пока ничего не хотим. Почему ты мне телевизор еще показывал? Ну ладно. С этим делом разберемся. Мачту пока мы сделали. Сейчас по ребятам пробежимся, узнаем, что как у них вообще. Может, им еще помочь, что надо. Так, Валентина, тебе что? Нитка, иголка. Хорошо, найдем. Топтыгин, ты как? Топтыгин никак балдеет. Не хочет разговаривать с простолюдинами. Где тут у нас Урсула, дорогая? Тоже молчит. Арджун молчит. Патрис молчал.
Пий молчит. Так, у нас же еще есть Георгина. Дитя, моя меланхолия начинает перерастать в ярость. Я стремилась создать справедливый мир и потерпела неудачу. Слабые по-прежнему страдают. Этот барон-разбойник Клайд Уоллес. Я не буду сидеть сложа руки, пока такие жадные злодеи, как он, безжалостно угнетают слабых. Я сделал несколько информационных листовок. Пожалуйста, раздай их обитателям острова. Вот оно чё. Так. Отлично. Листовки сейчас раздадим. Там главное не переживать. Где у нас тут ракушечка? Пьем. Мимо. Ё-моё. Пьем. Опять мимо. Да что ж такое-то? Ох, ты вообще перемахнул. Вот так вот, наверное. Отлично. Так, листовочки, листовочки, листовочки. Хорошо. Листовочки мы раздадим. Так, Михайло. Все пропало. Ты успокойся. Что пропало? Телевизор опять сломался. А что, если моя призрачность повредила микросхемы? Может, это и есть то самое посмертное проклятие? Как мне бороться с мировым заговором и нежитью безлимимых передач? А-а-а, может, нам тоже приближается армия рептилоидов? Вот, возьми мой телевизор. Не хочу снова просить медведя-мастера о помощи, но у меня нет выбора. Все, понятно. Починим. Хмурфи сегодня на расхват. Держи. Так. Отлично. Пьем. И тебе листовочку. Так. В принципе, мы Шарлотте можем отдать, что она хочет, чтобы ее, так сказать, не задерживать. Все, отлично. Что там у нас за рецептик? Чертеж. Сейчас еще и этот там панику наведет. А, я еще. Вон оно что. Мятежный дух, надо с них собрать. Ё-моё. Чуть не потерялся. Так. Тебе что надо, спячкинс? Ага, у меня пигментов не хватает. Все, понял. Сейчас цветочек возьмем. Сделаем. Держи. Да ладно. Тогда забираем. Ждем. Опять он пропал. Я тебя достану, дружок. Я тебя найду. Появляйся. Перебери. Она тебе пригодится. Да что ж ты? Держи. Сейчас я подойду к тебе, заберу все. Так. Держи. Я смотрю, бунтари по жизни. Бесы-то. Бесы-бунтари. Угу. Так.
Вот тебе загадка про камни. Что тверже полевого шпата, но не тверже топаза? Позади с верстакам. Поищем, поищем. Ё-моё, нам же еще нитки надо собирать. А где их собирать, бог её ведает. Ну да ладно. Так. Отправляем вас в хранилище. Оставляйте мне. Все, сейчас мы понизу. Лови, бунтарь. Отлично. Так. Лови ты. И ты лови. Так. Во. Вот это я понимаю. Сразу в одном месте три бунтаря. Ну все, это прям бомба. Так. Держи. Ты тоже хотел? Мастерим. Нам сначала надо сделать шестеренку. Теперь золотую. Так, и чиним сам телевизор. Все, шикарно. Где у нас еще есть бунтарь какой-нибудь один? Нам нужен бунтарь. Так. Здесь сейчас мы подсоберем парочку. Вот. Где там наша? Кстати, а у вас что тут? Бунтарей нету? Этих нету. А где еще там показывать? А, я все собрал. Шикарно тогда. Тогда шикарно. Так. Дюпло. Давай-ка. Вот это все. Перерабатывай. Отлично. Отлично. Так, у нас остался спасательный жилет рядом с будкой позади чего-то. И под брезентом где-то находится камень. Вот, все, камень мы нашли. Так, Шарлотта. Показывай координаты мне. Мы сейчас там что найдем? Нашли иголку. Мало. Нам что-нибудь еще надо. Давай еще нам показывай, что там. А это мы, наверное, к черепам на колях идем. Так. С поваленным деревом. Поваленное дерево, этих деревьев тут поваленных. Вагон валяется. Искать полгода сейчас будем. Поваленное дерево. Вроде где-то тут было. Недалеко. Или мне кажется. Так.
Заберем. Дерево, дерево. Поваленное дерево. Чё-то нигде не видать. Так. Дружище, держи. Банки. Держи. Зелень. Держи. Все. Призрак оценил. Молодец. Сейчас теперь бегай, ходи. Иголки и с нитками собирай. О, жилет нашли. Так. Ну, ладно. Пока мы рядом находимся, давайте-то жилет отдадим нашему... Ой, Теду. Камень отдадим. Кварц, да. Камни — это весело. И все. То есть, ё-моё. Вот это подстава. Это просто подстава. В смысле, камни — это весело? Так, у нас остается. Где там наш Михайло? Держи свой телевизор. Вот он, как новенький. Так, каналы что ли перепутались? Не могу найти свои любимые передачи. Ладно, потом разберусь. Спасибо, малявка. Я твой должник. Бревно. Да ты чё, Мишка? Я тебе куда его дену? Куда я тебе бревно-то дену? Так. Значит, дело сделано. Прекрасно, комрад. Скоро бесы поймут, насколько угнетены. Возьми это и продолжай распространять наш призыв к, единению по всему острову. Ну, прям бунт на корабле. У нас осталась наша Валентина. Со своими нитками. Так, Шарлотта, ну-ка говори. Где мне это дерево найти поваленное? Я так и знал. Я ведь пробегал там, но я так мельком пробирался. Со складным стулом позади чего-то. Рядом со складным стулом. Так. Вот у нас складной стул. Вот складной стул. Мы везде посмотрим. Так. Здесь у нас не видать. Рядом со складным стулом. А с другой стороны, чё мы будем голову ломать? С этими нитками?
Сейчас мы спросим у нашей подруги, ты еще и бог с ними. Они на видном месте, кажется, лежат. Интересно. Так, Патрис, ты нам не нужен сегодня. Ты не хочешь с нами разговаривать. Валентина, держи. Бандана. Да. Так. Ну все, шикарно. Просто все шикарно. И у нас остается, нам надо помогать капитану. А чтобы помочь капитану, нам надо помочь Шарлотте. Чтобы помочь Шарлотте, нам надо помогать Теду. Так что Тед наше все пока что. Держи, бревнышко. Тебе никто больше не даст. Так, слушай, а я тебя покормить могу? У меня есть? У меня нет батона для тебя. У меня для птички есть. Вот. Птичка довольная. Эссенция радостной птицы. Тоже разговаривать не желает. Так. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом наша серия заканчивается. Как мы поняли, помогать надо нашим еще призракам. Спасибо, мои дорогие друзья, за просмотр. Не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки. Подписывайтесь на мой YouTube канал, Дзен канал, на мой Twitch канал. Вот. Самое главное, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Счастья, здоровья вам, любви. А с вами был Надифл. Всем до скорых встреч, мои дорогие друзья.